Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем серию наших интернет-видеобрифингов. Сегодня наша тема – это Всемирный день заболеваний щитовидной железы. И на вопросы, которые мы собирали в течение нескольких дней со стороны белорусских журналистов, сегодня ответит Наталья Викторовна Карлович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и больнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава, а также Анжелика Викторовна Солнцева, профессор первой кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава. Наталья Викторовна, Анжелика Викторовна, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам. Добрый день. Добрый. Так, мы, наверное, начнем сразу же с вопросов. Итак, расскажите, пожалуйста, нам, какие виды заболеваний щитовидной железы распространены в Беларуси? В Республике Беларусь заболевания щитовидной железы традиционно занимают удельный вес всей эндокринной патологии. Среди всей эндокринной патологии на диспансерном учете треть пациентов – это пациенты с заболеваниями щитовидной железы. И если говорить о распространенности наиболее частых заболеваний, то это традиционно, конечно, узловой зоб. Он регистрируется довольно часто, выявляется, и таких пациентов у нас среди взрослого населения и среди всего населения где-то около 80 тысяч. Также большую часть занимает гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы, и таких пациентов у нас более 150 тысяч в общей сложности. Также это хронический аутоиммунный тиреоидит, тоже довольно большую часть занимает среди всех пациентов. И меньший процент, меньшее количество, но по значимости это, конечно, более важно, это тиреотоксикоз. Таких пациентов зарегистрировано всего за год 10 тысяч случаев. Среди общего количества 330 случаев заболеваний щитовидной железы, конечно, это выглядит немного, но это очень значимая с точки зрения медицинских последствий патология. И, конечно, рак щитовидной железы, который, может быть, не является на самом деле эндокринным заболеванием, не может быть, а точно, это онкологическое заболевание, но, тем не менее, это заболевание щитовидной железы, оно крайне важно для эндокринологов. Так вот, за прошлый год зарегистрировано чуть больше 1200 случаев рака щитовидной железы. То есть, как мы понимаем, среди всех патологии это совсем небольшое количество. Вот такова структура патологии щитовидной железы среди взрослого населения и среди всего населения. О детях, может, подробнее скажет Анжелика Викторовна. В нашей стране болезни щитовидной железы занимают первое место по распространенности, составляют 70% от всех эндокринных заболеваний детского возраста. По данным ведомственной отчетности на начало 2020 года наибольшее число детей было зарегистрировано с диагнозом эндемический диффузный зоб или простой нетоксический зоб. Таких детей наблюдалось более 12,5 тысяч. Надо сказать, что на сегодняшний день, благодаря успешной реализации национальной программы по ликвидации йододефицитных состояний, в нашей стране йодного дефицита нету. И результатом этого явилось то, что мы видим из года в год уменьшение числа детей с вот этим диагнозом диффузный или простой нетоксический зоб. Могу привести, наверное, цифры даже. Заболеваемость за 5 лет, вот у меня есть данные, снизилась с 195 на 100 тысяч детского населения в 2015 году до 158 в 2019 году. Еще одним критерием адекватной обеспеченности йода является такой показатель, как число детей с врожденным гипотиреозом. На начало 2020 года у нас наблюдалось 338 детей. Благодаря тому, что проводится ежегодный скрининг, неонатальный скрининг, когда обследуются все новорожденные во всех родильных домах нашей страны, отмечено снижение показателей первичной заболеваемости врожденным гипотиреозом за последние 5 лет. И этот показатель снизился
2015 году он был 1,41, и в 2019 году 1,13 на 100 тысяч детского населения. Благодарю вас. Продолжаем. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как повлияла авария на Чернобыльской атомной станции на рост заболеваний щитовидной железы в Беларуси? Вопрос имеет, скажем так, два аспекта. Первый аспект, что, конечно, есть объективные вещи, к которым привела авария на ЧАЭС. В первую очередь, это, конечно, рост распространенности рака щитовидной железы. И в первую очередь подтверждены случаи рака щитовидной железы у тех, кто на момент аварии был детьми. Вот это абсолютно известный факт, который опубликован в серьезных журналах, в общем-то, на основании исследований, проведенных белорусскими учеными. В основном это ученые Центра опухоли щитовидной железы, который находится в городе Минске. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, это, конечно же, рост аутоиммунной патологии. Потому что ионизирующее излучение может вызывать рак щитовидной железы и может вызывать аутоиммунную патологию. Среди подтвержденных эффектов, наверное, это все. Но нужно не забывать о том, что авария на ЧАЭС, конечно, изменила нашу психологию и наше отношение к щитовидной железе. И в силу вот этих изменений и появилось и много мифов о щитовидной железе, на что она влияет, и преувеличено, может быть, даже ее значение в организме человека. И, конечно же, и население желает обследовать щитовидную железу, и врачи насторожены. И в силу того, что доступность у нас достаточно хорошая обследования щитовидной железы, и тоже это возможно благодаря тому, что была авария, то выявляемость патологии щитовидной железы, конечно, значительно возросла. Именно поэтому во всем мире заболевания щитовидной железы вообще-то стоят на втором месте после диабета. А в нашей стране, на самом деле, по частоте регистрации на первом месте у нас патология щитовидной железы. И, наверное, в этом есть роль Чернобыльской аварии. Вот. Анжелика Викторовна, можно добавить? Нет, я. Если не сложно, анонсируйте просто еще раз, сколько зарегистрировано пациентов с патологиями и заболеваниями щитовидной железы в нашей стране. Да. Вот смотрите, если брать цифры прошлого года, а отчетность у нас все-таки ежегодная, вот мы можем цифрами оперировать на 1 января этого года, то всего было зарегистрировано эндокринные патологии. Это зарегистрированные случаи, это те, которые обратились на прием по поводу эндокринного заболевания. 928 861 случай, то есть почти миллион. Если смотреть удельный вес населения, то это практически 10% населения обратились по поводу эндокринной патологии. Это очень серьезно. Среди них по поводу заболеваний щитовидной железы 336 220. То есть треть. Так же, как мы вот и говорили уже в начале нашего разговора. Что касается случаев, которые состоят на диспансерном наблюдении, то есть они требуют активного наблюдения врачей, активных, по крайней мере, мероприятий по профилактике ухудшения ситуации, по контролю за состоянием. Не обязательно это, кстати говоря, лечение. То таких случаев у нас 656 950. То есть две трети из тех, кто обращается, состоит на диспансерном учете. Среди них патологии щитовидной железы 228 392. То есть распределение абсолютно такое же получается. Ну и, как мы уже сегодня говорили, что, конечно, основную часть среди зарегистрированных случаев и тех, которых находятся в диспансерном наблюдении, сегодня это все-таки гипотиреоз. Это действительно основная эндокринная патология щитовидной железы, которая состоит на учете и лечится. Дальше это узловой зоб, наверное, на втором месте. А дальше уже все остальное – это хронический аутоиммунный тиреоидит, если в порядке убывания, и дальше тиреотоксикоз и рак. Хотя, как мы уже сегодня говорили, из них тиреотоксикоз и рак щитовидной железы – это наиболее значимая с точки зрения медицины и последствий для здоровья человека патология. А остальное – это скорее вот, скажем, то, что мы наблюдаем, но это даже не требует активного лечения. Важно сказать, что вот уже сегодня тоже затрагивалась эта тема йододефицитных заболеваний. На самом деле, если говорить мировую практику, то в мире среди патологий щитовидной железы превалирует йододефицитное заболевание. Это более, кстати, 1,5 миллиарда человек в мире имеют йододефицитное заболевание. Наша страна может похвастаться тем, что благодаря вот политике на уровне Совета министров, которая проводилась еще в нулевые, в 2000-е годы, у нас действительно был ликвидирован йододефицит. И с тех пор распространенность эндемического зоба и вообще зоба как увеличение щитовидной железы, основным фактором развития которого считается этот дефицит йода, является действительно
дефицит йода, который мы в нашей стране уже практически ликвидирован, и сейчас распространенность вот этого нетоксического зоба, по сути, снизилась не менее чем в 2 раза. Это очень важный факт. Благодарю. Надо ли проводить йодную профилактику для всех граждан Беларуси? Ну вот я практически уже ответила на этот вопрос. Поскольку дефицит йода у нас на общегосударственном уровне уже ликвидирован, в общем-то, то обязательной профилактики йодной не требуется. И она имеет целесообразность, хотя не является абсолютно облигатной, в группах риска развития йод-дефицитных заболеваний, к которым относятся дети и подростки в период полового созревания и беременные женщины в период беременности и во время кормления грудью. Вот эти категории обсуждаемы, но опять же это не является облигатным мероприятием. Я, наверное, скажу несколько слов, да, по поводу йодного дефицита. Дело в том, что на сегодняшний день есть четкие доказательства о влиянии йода-дефицита, прежде всего, на интеллектуальный потенциал ребенка. Доказано, что если у мамы в период беременности, особенно первые недели беременности, есть йодный дефицит, в это время происходит закладка основных структур головного мозга ребенка. И при йодном дефиците может нарушаться созревание нервной системы, созревание клеток, нейроцитов. Это может привести к тому, что ребенок рождается с врожденным гипотиреозом, с врожденным, ну, с врожденной гипофункцией щитовидной железы. Я уже говорила о том, что да, в нашей стране мы активно проводим скрининг, неонатальный скрининг и выявляем все случаи врожденного гипотиреоза, но как мера профилактики, вот Наталья Викторовна уже говорила, действительно, беременные женщины являются той аудитории, той целевой группы, где необходимо проводить йодную профилактику, и каждая беременная женщина во время беременности должна получать не менее 250 микрограмм йода в сутки. Еще одна группа – это группа маленьких детей, детей первых 3 лет жизни. Это также группа, которая очень чувствительна к недостатку йода. Почему? Потому что доказано, что в первые 3 года жизни ребенка происходит формирование головного мозга. Если есть йодный дефицит, ребенок просто не достигает того интеллектуального уровня, которого он мог бы достичь, или того уровня, ну, в котором в нем был заложен мамой и папой. И третья группа, как уже тоже говорила Наталья Викторовна, это группа подростков. Почему? Потому что в подростковый период происходит активно рост ребенка, становление половой функции, ну и далее становление репродуктивной функции, фертильности. И здесь недостаток йода может оказывать негативное влияние, чуть притормаживать скорость роста, чуть задерживать наступление полового созревания. Вот это важно и необходимо учитывать в профилактической работе. Да, если говорить о всем остальном населении, чтобы тоже было понятно, что можно это делать? Да, можно. Какие дозировки должны использоваться для профилактики, если есть желание этим заниматься? То это 100, 150 или 200 микрограмм калия йодида. Он доступен в виде лекарственных средств и зачастую входит в состав поливитаминов. Поэтому да, это можно делать. Будет ли это оказывать значимый эффект? Дискутабельно, потому что дефицита йода у нас нет. Будет ли это вредно? В дозировках профилактических это вредно точно не будет никогда. То есть вот чтобы было понимание, вот как относиться к применению калия-йодида в различных ситуациях, за исключением тех, о которых мы уже говорили, где это желательно.
Благодарю вас. Следующий вопрос. Какие методы диагностики используются для выявления заболеваний щитовидной железы? Как часто необходимо обследоваться человеку, который не испытывает никаких явных признаков заболеваемости? И где он может это сделать? Как мы уже сегодня говорили, на самом деле доступность обследования щитовидной железы на сегодняшний день более чем удовлетворительна. Это на самом деле так. Основные методы, в общем-то, нужно помнить, что все равно все начинается с опроса врача. То есть все-таки нужно уточнить жалобы. Как бы мы ни говорили, что часто это проходит бессимптомно, и что жалобы со стороны щитовидной железы, все ее патологии не специфичны, все равно все начинается с этого. И грамотный врач знает, на чем нужно акцентировать свое внимание, когда он собирает жалобы пациента. Дальше это осмотр. Нужно осмотреть все равно щитовидную железу, как минимум, пропальпировать ее. Это сохраняет свою актуальность даже сегодня при доступности всех остальных методик. Вот, и осмотреть на предмет других клинических симптомов, которые могут быть связаны со щитовидной железой. Это, опять же, профессиональные вещи, которые на сегодняшний день и врач общей практики тоже должен быть обучен, как это делать. А дальше мы переходим уже к специальным методам обследования. Хотя я еще забыла остановиться, что анамнез тоже важен. Все-таки это часто наследственная предрасположенность, поэтому уточнить наличие тиреоидной патологии у родственников имеет смысл. Также важно уточнить у женщин это их анамнез по беременности и родам, потому что беременность и роды провоцируют развитие некоторой патологии щитовидной железы. Вот, а после этого мы переходим к специальным методам. Что касается специальных методов, то по большому счету, если мы подозреваем структурную патологию щитовидной железы, а когда мы ее подозреваем? Когда мы пропальпировали, что-то нам не понравилось пальпаторно в области шеи у пациента, или он жалуется, что ему что-то давит и мешает. Тогда мы подозреваем структурную патологию и начинаем свое дополнительное исследование с УЗИ щитовидной железы. Это главный метод, который подтвердит или опровергнет наши подозрения в том, что с ней что-то не так. И на большинство вопросов он нам ответит. Если же по осмотру пациента у нас подозрение скорее на то, что у него нарушена функция щитовидной железы, об этом нам скажут как раз-то жалобы и клинические симптомы, тогда первым методом исследования является оценка уровня тиреотропного гормона. Это главный показатель, на основании которого мы можем подтвердить или опровергнуть наши подозрения в нарушении функции щитовидной железы. И по большому счету на данном этапе обследование может закончиться, потому что если по УЗИ мы не установили структурные патологии, все в порядке, размеры щитовидной железы нормальные, нет локальных изменений, нет признаков тиреоидита. По большому счету это три вопроса, которые требуют ответа в ходе ультразвукового исследования щитовидной железы. И при этом тиреотропный гормон в пределах нормы, то это говорит о том, что со щитовидной железой все в порядке, и дальнейшее подозрение, что что-то в самочувствии связано со щитовидной железой, они просто беспочвенны. Потому что, к сожалению, бывает так, что люди, плохо себя чувствуя, у нас же чем загадочнее орган, тем больше в него вкладывается вот подозрений, что он, вот, наверное, в чем-то тут виноват. И если никто не может решить, в чем дело и что происходит, никакие специалисты не видят ответа на вопрос, в чем проблема изменения здоровья пациента, часто говорят, а вы проверяли свою щитовидку? И потом там находится какая-нибудь совершенная мелочь, микрокиста или микроузел, ну все. И тут и врач, и пациент другой специальности, вернее, и пациент, и врач другой специальности выдыхают и говорят, ну все, вам теперь к эндокринологу, он вам поможет справиться со всеми проблемами. Это в большинстве случаев далеко не так. И вот эти два метода после осмотра врача, о которых я говорила, тиреотропный гормон и ультразвуковое исследование, практически всегда отвечают на все вопросы. Если же при этих обследованиях устанавливаются все же какие-то признаки изменения щитовидной железы, то дальше подключаются следующие методики. Это дополнительное гормональное исследование, когда мы определяем антитела, определенные для уточнения аутоиммунной патологии щитовидной железы. Это уточнение свободных фракций тиреоидных гормонов, чтобы уточнить функцию щитовидной железы, если ТТГ нарушен. Это сцинтиграфия щитовидной железы, которая нужна, если у нас при тиреотоксикозе есть изменения в щитовидной железе структурные, которые не позволяют точно поставить диагноз. Это тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы, которую мы обязательно применяем, если в щитовидной железе есть узловое образование, которое подозрительно с точки зрения своих онкологических рисков. Вот, пожалуй, и все. Иногда мы используем еще КТ или МРТ области шеи, но это очень редкие случаи. По большому счету, вот это весь набор диагностических исследований, которые
требуются в случае диагностики патологии щитовидной железы. И я могу с уверенностью сказать, что они довольно доступны на всех уровнях. И вы знаете, даже можно констатировать, что количество исследований того же тиреотропного гормона, который вот в год делается во всей стране, оно явно избыточно. То есть мы определяем его даже тогда, когда это явно не нужно. И что касается УЗИ щитовидной железы, зачастую это делается просто по желанию пациента. Я не могу как-то обозначать свою позицию по этому поводу, потому что если пациент таким образом решает какие-то свои вопросы, может быть, это и хорошо, но есть медицинские все-таки показания для этого метода. Я хочу еще вот буквально два слова сказать о том, что у нас у эндокринологов сейчас подход к минимизации исследований, ненужных исследований, действительно, то есть есть минимальный объем, который дает полную информацию о функции органа, о структуре, о наличии какой-либо структурной патологии. И несмотря вот на эту простоту обследования, вот эту двойку УЗИ и определение тиреотропного гормона, этого действительно во многих случаях бывает достаточно для постановки диагноза, определения тактики лечения, наблюдения или проведения каких-либо профилактических мероприятий. Определение полного перечня гормонов пациенты очень часто настороженно так вот относится, как столько мало, только один гормон, а давайте вот мы сделаем полный спектр. Расширенный, я называю. Да, расширенный спектр, где все, что можно со словом щитовидная железа или тиреоидные гормоны, вот они приносят, угу. И ты говоришь, да, угу. Спасибо, хорошо, но мне нужен только один показатель. Да. Поэтому мы сейчас вот заложили в те клинические протоколы, которые уже есть и над которыми еще работаем, именно вот этот подход, который основывается на опыте международных экспертов по поведению пациентов со щитовидной железы. Принцип разумная целесообразность, я бы его так назвала. Да. Потому что все равно кто-то за это исследование платит, и когда это абсолютно совершенно незачем, всего есть 10 тестов, которые может пациент заказать, которые каким-то образом связаны со щитовидной железой. И заплатить за 10, а когда нужен реально один, это несерьезно, вне зависимости от того, кто платит. Благодарю. Следующий вопрос. Актуальны нынче, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, как сейчас организована помощь пациентам с заболеваниями щитовидной железы? На самом деле важно сразу обозначить, что сама по себе коронавирусная инфекция никоим образом, наверное, не оказала влияния на течение патологии щитовидной железы. Конечно же, можно обсуждать, что, например, пациенты с тиреотоксикозом, возможно, у них коронавирусная инфекция будет протекать тяжелее, и риск неблагоприятного исхода тоже выше. Но в силу того, как мы уже сегодня говорили, что таких случаев все-таки относительно немного, то вряд ли это стало проблемой для здравоохранения и для пациентов. Вот это, что касается взаимовлияния самой патологии щитовидной железы и коронавирусной инфекции. Но что важно понимать, к чему привела коронавирусная инфекция глобально в здравоохранении, что все мы, тоже вот этот принцип разумной целесообразности, наверное, он сейчас будет главенствовать везде. И там, где можно избежать физического контакта, где можно сделать это каким-то образом посредством электронного здравоохранения, или же можно во времени это растянуть, то есть вот если раньше, например, пациент приходил раз в 3 месяца, то сейчас, возможно, это можно сделать и через полгода. И мы сейчас скорее ориентируемся на то, какая вот минимальная кратность посещения врача для того, чтобы не было никакой прогрессии, никаких рисков для пациента. А все остальное перевести в онлайн-режим, потому что современные средства это все позволяют, и коронавирус нас просто к этому подтолкнул, что мы сейчас будем это очень активно и быстро внедрять. Точно так же, как выписка рецептов, которая у нас, в принципе, она не разрешена на длительный период без осмотра врача, на сегодняшний день тоже уже прорабатываются и уже активно внедряются возможности электронной выписки, тем более, что электронный рецепт уже у нас в стране, в принципе, внедрялся довольно уже несколько лет, и сейчас просто мы ускоряемся по этому поводу.
Вот, наверное, вот эти вот два аспекта основного влияния коронавируса. Ну и что еще важно сказать, что, опять же, мы еще раз поняли и пытаемся донести до наших пациентов, что основная часть той патологии щитовидной железы, которую мы регистрируем, она не оказывает никакого клинического значения на состояние пациента. Понимаете? И даже вот наше вот это рутинное, регулярное обследование, ну это скорее, чтобы еще раз доказать пациенту, что ничего плохого с ним не происходит. А на самом деле это и так понятно. И поэтому сейчас количество обращений, конечно, пациентов к врачу для оказания медицинской помощи по поводу щитовидной железы, она значительно сократилась. Это нужно тоже понимать. Ну, часть вопросов, которые у нас были подготовлены для вас, вы предвосхитили в своем выступлении. Может быть, какие-то темы еще мы не успели озвучить, либо осветить, если что-то вы хотели бы еще донести до наших зрителей? Что мы хотим еще донести? Я даже не знаю, что мы хотим. На самом деле, вот если говорить про разумную целесообразность, то основные вещи уже обсуждены. Mm-hmm. А если говорить о том, что... Вот про мифы, связанные со щитовидной железой, про это уже столько сказано, это ежегодно мы об этом говорим. Мы можем, конечно, повториться, но не знаю, насколько это важно. Можно и повториться, да, какие мифы существуют и каким образом вы с ними боретесь. Ну тогда, если говорить про взрослое население, то у нас есть, например, такой миф, что любой узел в щитовидной железе – это потенциально рак. Или же, если не сегодня рак, то через какое-то время. Так вот, чтобы мы понимали, что вот есть такое исследование, может быть, не очень приятно об этом разговаривать, но это факт, что если вот посмотреть патологоанатомические исследования, как-то было сделано такое исследование трупов, то 85% из них, если в сплошной выборке смотреть, имели изменения в щитовидной железе. При жизни об этом было известно только у 5%. О чем это говорит? Это очень наглядный пример, который говорит о том, что патология щитовидной железы почти никогда никоим образом не влияет на состояние здоровья. И по сути, если узел щитовидной железы мы и находим, чаще всего это случайная находка, потому что небольшие изменения в щитовидной железе и небольшой узел пропальпировать крайне сложно. Это непальпируемо обычно. Поэтому если человек сам делает УЗИ щитовидной железы, он это находит. Если находится узел в щитовидной железе, что важно исключить? Три значимые патологии, клинически значимые. Конечно, это рак щитовидной железы. Дальше это узел, который нарушает функцию щитовидной железы. И это узел, который в силу своих размеров может какой-то синдром сдавления в области шеи принести. Каждая из этих проблем в общем удельном весе занимает 2-3 до 5% из всех узлов щитовидной железы. То есть изначально это редкая ситуация. И все три ситуации очень легко исключить на самом деле. Что касается узла, который нарушает функцию щитовидной железы, это ТТГ. Тиреотропный гормон, если он супрессирован, то вероятность того, что это узел является функционально автономным и приносит вред организму, повышается, после этого делается сцинтиграфия щитовидной железы, все, мы подтверждаем патологию, если она есть, то это случай для хирургического лечения. Что касается рака щитовидной железы, раньше у нас было правило, что любой узел, впервые выявленный 10 мм и больше в диаметре, мы обязательно пунктируем. В дальнейшем пункции проводятся уже по необходимости, если мы дополнительные какие-то вещи выясняем. На сегодняшний день появилась очень хорошая система ТИРАЦ, которая позволяет каждый узел изначально по эхоскопическим характеристикам классифицировать, насколько он подозрителен. Там есть 5 категорий ТИРАЦ, из которых 2 абсолютно доброкачественные, 1 промежуточная, 2 очень подозрительные. По УЗИ, можно сказать, что да, по ультразвуковым характеристикам, да. И, в общем-то, поэтому классификация по данной системе, если это грамотный специалист ультразвуковой диагностики, то сразу можно довольно доказательно указать, насколько здесь повышены риски, после этого сделать пункцию. Если пункция не дает информативного результата, ее можно повторить, то есть можно добиться результата и точно уточнить диагноз. Вероятность того, что узел щитовидной железы, который был изначально доброкачественным, малигнизируется, крайне низка. На сегодняшний день все-таки превалирует теория, что рак рождается раком. Если это было изначально злокачественное новообразование, то оно будет прогрессировать. А если это изначально доброкачественный узел, вероятность того, что там что-то разовьется, крайне мала. Это важно тоже понимать. Это тоже один из мифов, из-за которого пациенты с узлом щитовидной железы хотят его регулярно контролировать, чтобы бояться, что там разовьется рак. Если изначально диагностика проведена правильно, то
риски этого минимальны. Хотя вероятность того, что он когда-нибудь разорвется, в принципе, есть у всех. Если подходить так, то можно, родившись, начинать исследовать щитовидную железу раз в год. Ну, понимаете, то есть это опять же о принципе разумной целесообразности. Что касается узла, который вызывает сдавление, то это исключается как раз методом компьютерной томографии или МРТ, если узел действительно большой и есть объективный синдром сдавления. Это крайне редкая ситуация. И растущие узлы – это тоже довольно на сегодняшний день нечастая ситуация. Для того, чтобы выяснить, растет ли он в динамике, обычно мы и делаем после первичного исследования УЗИ щитовидной железы через полгода или через год. Дальше с этим можно легко определиться. Исключив вот эти три проблемы, все остальное – это, знаете, мало ли где у нас в организме есть какой-то узелок. С ним можно и нужно жить, и можно даже о нем забыть, если все исключено, понимаете? Вот это первый миф по поводу узлов щитовидной железы. И дальше есть такой тоже миф, что касается функции щитовидной железы, что состояние здоровья – это может быть нарушение функции щитовидной железы. И определенные симптомы требуют обязательного исследования функции щитовидной железы. Здесь важно понимать, что если тиреотропный гормон говорит вам, что у вас все в порядке, все, можно забыть о том, что ваши головные боли, слабость, вялость и прочие проблемы, что это взаимосвязано как-то со щитовидной железой. Это важно понимать. И еще важно понимать, что когда мы выявляем снижение функции щитовидной железы, то нам важно убедиться в том, что оно действительно есть, что оно не транзиторное, не вот, небольшое повышение ТТГ, которое сегодня мы зарегистрировали, а через какое-то время этого уже не будет, что это есть, что для этого есть основание, то есть в щитовидной железе есть какая-то проблема, из-за которой она плохо работает, и что это действительно имеет ту градацию, которая требует заместительной терапии левотироксином. Потому что если мы это установили, мы назначаем заместительную гормональную терапию, и дальше наша цель только добиться целевого показателя ТТБГ, добиться того, чтобы в организме человека содержание гормонов было такое же, как в норме. Потому что есть некоторые спекуляции, что небольшое повышение ТТГ, вот мы назначим тироксин, немножко полечимся маленькой дозе, вот эти вещи тоже на сегодняшний день считаются недопустимыми. То есть если мы договорились, что есть выраженное и стойкое снижение функции щитовидной железы, мы это лечим, и это навсегда. Ну вот, наверное, из основных мифов все. Может быть, Анжелика Викторовна про детей добавит, потому что дети – это, конечно, отдельная категория, не всегда подходы к взрослым, они могут полностью транслироваться на детей. Не, может, чуть коротко, вот такие несколько ремарок скажу. Ну, первое, очень часто и родители, и педиатры спрашивают, когда нужно обращаться к эндокринологу, если что-то такое вот чудесное, определенное, что показывает, да, это заболевание щитовидной железы. Что бы я посоветовала? Я бы, наверное, посоветовала первое. Если у кого-то из родственников, а чаще всего все-таки заболевания щитовидной железы передаются по женской линии. Так вот, если у кого-то из родственников есть указание на то, что они были прооперированы по поводу щитовидной железы, по поводу рака щитовидной железы, или есть любые заболевания щитовидной железы, желательно все-таки, чтобы этого ребеночка посмотрел эндокринолог. Второе, если есть жалобы. Какие жалобы? Жалобы, они могут быть не специфичные абсолютно. Это, например, жалобы на то, что у ребенка снижена скорость роста, ребенок, наоборот, имеет избыточную массу тела, или наоборот, он плохо набирает массу тела, у ребенка есть запоры. Все эти неспецифические жалобы, они могут являться основанием для того, чтобы ребенка посмотрел эндокринолог. Это, наверное, одно, что я хотела сказать. И второе по поводу лечения или не лечения левотироксином. Сейчас изменился подход к назначению левотироксина при гипофункции щитовидной железы. Более осторожный подход. Если уровень тиреотропного гормона не сильно повышен, то есть есть определенное значение, если он не сильно повышен, то
мы тоже избираем такую выжидательную тактику, то есть сразу не назначаем левотироксин, а пытаемся нормализовать образ жизни ребенка, может быть, дать дополнительно препараты йода, какие-то микроэлементы, убрать влияние, есть такое понятие эндокринные дизрапторы, как-то их минимизировать влияние на ребенка и проконтролировать уровень ТТГ у ребенка в динамике. И если уже при повторном измерении этот уровень будет повышен, тогда уже, да, с чистой совестью назначает заместительную терапию левотироксином, потому что необходимо понимать, что любое назначение любого медикамента для растущего организма – это все-таки достаточно серьезно. Ну что ж, на этом мы будем завершать нашу работу. Наталья Викторовна, Анжелика Викторовна, спасибо большое, что пришли к нам и за то, что ответили на вопросы. Уважаемые зрители, спасибо большое за ваше внимание и всего доброго. Берегите себя. Спасибо.